Семья Ананьевых из Новочебоксарска стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Они признаны лучшими среди 76 участников. В счастливом браке Марина и Анатолий Ананьевы живут 17 лет, воспитывают 6 детей. Самому младшему сыну Луке 11 месяцев. Помните, как познакомились с супругой? Я спортом занимался активно. Мне было 14 лет полных. Жене было 13. Я пошел в физкультурный диспансер проходить медосмотр перед соревнованием. Там легкоатлеты проходили медосмотр. Я боксом занимался. Увидел девушку, которая мне понравилась. Посмотрел ее адрес и через неделю пришел к ней в гости. И до сих пор мы вместе. Ананьевы – победители республиканского конкурса «Семья года 2018». К этому титулу добавился еще один, уже всероссийского уровня. Торжественная церемония награждения победителей состоится 30 октября в Государственном Кремлевском дворце.